Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Хотела сегодня вам показать, как у меня в балагане в середине декабря расцвел агрирантемом белый. Сейчас вам покажу цветочек поближе. Белый махровый. Очень смотрится красиво в букетах. Если раньше видели, я вам рассказывала, для чего я его завела. Очень красиво смотрится в свадебных букетах. Немножко история его появления. Заболел я агрирантемом. У меня появилось три сорта. Года, наверное, 4 назад, как новиночку, купила по кассете. Желтый махровый, розовый махровый и красный. А на лепестковый с желтой серединкой. Сначала он, конечно, не пошел, люди его не поняли. Тоже были у меня определенные проблемы с ним. Он у меня, в принципе, просто не зацвел ко времени продажи. Может быть, что-то я сделала не так. Ну, скажем так, в первый год он у меня не получился, несмотря на то, что были потрачены на него на тот момент приличные суммы денег. Но в итоге он очень хорошо у меня сохранился в зиму. Уже на следующий год люди начали понимать его. Я сделала уже кашпо. То есть он у меня зацвел. Поняла его суть, что в чем была моя проблема и ошибка. Уже на следующий год покупательская способность на него уже выросла. Со временем, уже, допустим, уже 2020 год показал, что агрирантемом вошел в определенную моду. Я увидела белый махровый. Продавали его на рынке. Я думала, мне его, конечно, не продадут, но продали. Один кустик. Стоимость его была 150 рублей. Сидел он в 0,5 литров. Он у меня сохранился. Просто он не цветет. Просто сейчас он стоит на бутоне. Я вам просто хотела показать именно деточку. Что я с одного куста сняла. У меня здесь, наверное, штук 20 стоит их. Просто здесь не все уместились. Просто показываю вам именно тот ящик, где уже видно, что бутон пошел. 20 штук принялись, процентов 98, может, пару штук не получилось по причине того, что снимала черенки максимально возможно, может быть, какой-то был немного слабоват. А в итоге укоренились все, сейчас вот середина декабря, укореняла я в июле, где-то в конце июля. Вот сейчас, как видите, череночки великолепно взялись, видно вот уже корневую систему, они пошли в рост. Обязательно сделаю черенков еще с них. Вот такое вот знакомство у меня именно с белым. Так как я сдаю еще цветок на срез, мои именно покупатели в плане среза очень полюбили данный цветок. Ножка может быть не сильно большая, сантиметров, наверное, 40, но идет в срез прям полностью куст, как на основу для букетов. Если кто понимает, то поймет меня. Хорошо стоит, не вянет, цветочек не такой сильно тяжелый, то есть цветок держит, нет такого, что цветочек раз и поник, держится, достаточно много бутонов. Сама делаю букеты с этого цветочка, очень красиво смотрится, как говорила ранее, в свадебных букетах. Очень нежно, особенно с эустомой, розовый, просто чудо. Так что вот смотрите, вот такое вот у меня агрирантема белый махровый. Как только зацветет красный махровый, бордовый даже махровый, это новиночка. Еще заказала кофе с молоком. Тоже очень интересный цвет. Структура цветка у него немного иная, но о том сорте уже позже. Сейчас я вам именно хотела показать итоги черенкования и именно то, что они уже пошли в рост, в бутон образования пошли уже прямо в активной фазе. И уже, знаете, как холодно, заходишь в балаган, все грустно, печально, а тут раз и радует цветочек. Потому что не все в балагане по зиме. Тут благоухает и выживает. Очень многие растения экспериментальные, начинают пропадать. Ну, такая вот маленькая радость. Такая вот небольшая белая пуговка. Обязательно, жемчужинка даже, обязательно меня обрадует. Вот поделилась небольшой радостью в эти пасмурные зимние дни. Даже в балагане есть что-то цветущее и очень подзаряжающее на весь день. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.